Друзья, привет! Напоминаю, что до 31 июля у вас есть возможность подать документы на магистерские программы Института образования. Набор этого года является уникальным, потому что впервые мы для желающих запускаем возможность принять участие в длинном треке магистратура-аспирантура. Чтобы стать участником этого трека, к пакету документов, которые вы подаете в магистратуру, нужно приложить дополнительное мотивационное письмо, где обоснуете важность участия в программе длинного трека, а также укажете направление исследования, которым вы планируете заниматься в ходе обучения. Участие в треке, во-первых, дает возможность прохождения дополнительных продвинутых курсов по методологии сбора и анализа данных и теориям в образовании. Во-вторых, специально для участников трека разработан учебный курс по подготовке и сдаче экзамена на сертификат IELTS. Сама сдача сертификата для участников трека также является бесплатной. В-третьих, участие в треке дает дополнительные возможности академической мобильности. Вы можете путешествовать на научные конференции по всему миру и пройти стажировку в одном из международных партнеров Института образования. Кроме того, участие в треке предполагает трудоустройство в исследовательский центр института. Трудоустройство, естественно, осуществляется на платной основе, и таким образом это возможность начать свою академическую карьеру прямо сейчас. Не опоздайте, 31 июля уже скоро.